Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Аленка М. Сейчас я с вами поделюсь таким вкусным рецептом сыра Филадельфии. Итак, сейчас мы с вами сделаем сыр Филадельфии. Для этого нам понадобится йогурт, у меня Активия, сметаны 300 грамм, у меня яготинская сметана, не имеет значения какая, но это мои любимые именно фирмы. Йогурт нам понадобится 250 грамм и где-то меньше чайной ложки соль и лимон, чайная ложка. Переливаем вот в такую вот мисочку, берем сито, накрываем, я в 4 раза свернула марлю, и сейчас будем переливать в нее наш сыр Филадельфию, нашу заготовку, вот таким вот образом. Далее накрываем. И вот таким вот образом накрываем и ставим на сутки в холодильник. Ну, я поставлю на всю ночь. Ставите сверху гнет, какой вы хотите, чтобы у вас получился сыр. Если вы хотите, чтобы он у вас получился плотный, тогда побольше ставьте бутылочку, баночку, ну, что-то, чтобы в виде пресса вас давило. Если хотите, чтобы он был нежный, легкий, то тогда поменьше. Вот так у нас уже стекает постепенно вот наша сыворотка. И посмотрим на наши труды завтра. Ну что, утро, наша Филадельфия готова. Сейчас я ее переложу. Водичка вот вся слилась, получается, вниз. И сейчас я переложу его в тарелочку. И вот так выглядит наш сыр Филадельфия. Вообще просто невероятно вкусный. И всем советую. Это легкий, быстрый рецепт. И всегда вы сможете дома себе сделать.